данном случае идет о том, что так как в республике чрезвычайная ситуация, то в условиях чрезвычайной ситуации есть ряд мероприятий, которые стандартно проводятся. Одна из них – это усиление работы правоохранительных органов. В данном случае ничего необычного не происходит. Я бы удивился, если бы полиция Арцаха не была переведена в режим усиленного несения службы. Мы должны понимать, что такая вероятность есть всегда. Здесь ничего нового нету. Уровень напряженности вокруг Арцаха Армении не спадал. Поэтому угроза военной угрозы, она была, есть и остается. В сентябре это было обострение на территории Республики Армения вокруг Черемуха, скажем. Поэтому в этом плане опять ничего нового. Военная угроза была, есть и будет. Поэтому это два параллельных процесса. Как бы. Полиция и приведение полиции в повышенную готовность, она отражает чрезвычайную ситуацию внутри Арцаха, которая складывается в связи с блокадой. А военная угроза будет нейтрализовываться армией обороны, вооруженные силы Армении, которые несут службу. И было бы правильно, чтобы аналогичное заявление сделало бы Министерство обороны Арцаха Армении, какие они шаги-то принимают. Я, честно говоря, удивлен, что они не реагируют.